на 101 FM. Мнение веду сегодня я, Мария Кожевникова, а в гостях у нас вице-спикер областного ЗАГС Собрания пятого созыва Михаил Курашин. Михаил, добрый день. День добрый. Михаил, тема митингов уже ушла, да, но я ее все равно подниму. И, наверное, вот как раз об этом я и хочу спросить: а почему, на ваш взгляд, она так быстро ушла? Сразу в карьер, как говорится, да. Изначально было ощущение, да, особенно вот когда первый митинг прошел, да, там тысяча, больше тысячи человек вышло, казалось, что какая-то волна поднимается, большая. Когда приговор Навальному новый огласили, и казалось, что сейчас вообще всех захлестнет, а в итоге хоп, и ничего не стало. Ну, я, честно говоря, считаю, что там э, тема протестов, она никуда не ушла вообще, как бы, я бы отметил, 20-й год вообще как год э, активизации протест, э, протестных действий в нашей стране, да, потому что мы же помним, как и <coughs> там э, первое там Митинги в Москве, потом мощнейшее движение э, на Дальнем Востоке, в Хабаровске, и как бы и продолжение этой темы она, я думаю, тема никуда не ушла. Она волнообразна, потому что, как бы, ну, еще, скажем так, не наступило то самое обострение, да, там, которое, собственно, приведет к тому, что митинги просто не будут прекращаться. А что может таким. Ой, ну текировать? слушайте, все что, все, что угодно может быть, как бы. Ну, вот опять же, там пример Хабаровска, да, где там люди сколько они ходили, там практически полтора-два месяца они там какими-то группами. То есть понятно, что это там численность постоянно менялась, но так, пример остается там, достаточно показательным. И пример, который, <соц> ну, на мой взгляд, один из первых таких звоночков, когда протестное движение начинаются не в столице, а начинаются именно там в провинциях, да, и дальше они уже раскатываются. Поэтому, поэтому я не думаю, что там протест ушел куда-то далеко, да, то есть э, очень, на мой взгляд, этот протест заболтали темами, связанными с тем, что э, там вот какой-то нехороший Навальный, что использовали детей, что как бы это самое, но это, ну, на мой взгляд, забалтывание, да, то есть э, тема протестов. И поэтому, э, в принципе, в условиях, когда возможности э, информирования людей о возможности принять участие в протестных мероприятиях там тоже были взяты под контроль, ну и как следствие, как бы там то, что митинг э, ну, шествия они э, пока не так заметны хотя еще раз говорю там на мой взгляд то что произошло там 23, -го, 23 -го января и там 31 даже там по Кирову можно сказать что это там достаточно заме заметное событие то есть там, достаточно большое количество людей вышло и это как бы достаточно серьезный знак а вот э, Денис Шадрин у нас был в эфире правозащитник. Mm. Вот вы говорите о забалтывании, а он сказал, что людей, на его взгляд, запугали. То есть, вот то, что начало происходить там после 23-го, да, вот все эти штрафы, привлечения, кого-то даже арестовали. Вот с этим согласились бы вы или нет? Ну mm. нет, честно, честно могу сказать. Вопрос в том, что э, если мы говорим о том, что у нас там основная часть тех, кто была на митинге, это молодежь, подчеркиваю, молодежь, не, не дети, а молодежь, да, ну, а -а -а. молодежь запугать э, очень тяжело, да, и с учетом того, что там растеряны навыки э, общения и взаимодействия с молодежью, то как бы там традиционные подходы о том, что вас вот там, как в других регионах, там, Вызывают к директору учебного заведения, там пытаются каким-то запугивать, я думаю, что это, там, это не про Киров, это не про нас. Вот, поэтому там, эта технология вряд ли она имеет место жить. Она, скорее всего, бы, наоборот, подхлестнула к тому, чтобы людям выйти. А там то количество которых сколько? Там, пять человек у нас, да, там, по-моему, к административке это было привлечено. Ну, до 10, может ну, быть. Да, да, до 10, но это, там не то, не все. И тем более, что это не скажем так не настолько референтные люди, чтобы как бы там из-за них или глядя на них кто-то там испугался. Но он тут о Москве, наверное, больше говорил вот о том, что в крупных городах происходило все эти там бойни, все вся эта демонстрация. Вопрос то ведь как показать, да? Потому что э, там мы э, понимаем, что там. Ну вот как показывают, предположим, там протесты на Западе, да, там в той же Европе, в Америке, да, то есть. Там есть протесты, которые больше напоминают там, наши демонстрации праздничные. Да? И это протестные. И, основно, и основной, протест идет. И есть там протесты, где уже, как говорится, идут какие-то боевые действия. Ну вот, э, и нам показывают, что вот, 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 такая замечательная там, демонстрация против, там, не знаю, Трампа, да, там, превратилась там, в бойню. Но это как бы два просто разных места. То же самое, как бы, и, я думаю, и в наших протестах, да, то есть есть массовые протесты и вряд ли бы кто либо решился там махать дубинками или там выкручивать руки, если бы <сёк> там, силовики начали работать в рамках основного шествия, вот. А вот там какие-то локальные вещи, где они вполне вероятно там специально постановочно, если судить по тем же сюжетам, какое количество там подготовленных журналистов в этих местах всегда бывает, значит как бы это уже там отдельно показательное выступление, как со стороны тех, кто там, провоцирует, так и со стороны правоохранителей. Поэтому там, это два, две разные вещи. Я не думаю, что вот эти постановочные, они э, там, ну, как-то могли повлиять, тем более, что, как сказал один мой знакомый, я, говорит, уже не могу слушать информацию по тем митингам, не потому что там, как, как говорится, какие-то вопросы уже не актуальны, а потому что, говорит, вот эти там нарезки видео о том, там, вот здесь побили, вот там побили и так далее и тому подобное, они, говорит, уже просто приелись. Поэтому там я не думаю, что это сильно тоже влияет на какую-то активность, это там работа на большей мере такого э, антироссийское сообщество, которое собственно использует эти темы для того, чтобы как бы говорить о том, что у нас тут беспредел и все остальное. Ну, правильно я услышала вас, то есть сдулась сама тема по Навальному, да, но не сдулся интерес к протесту. Я не думаю, что тема по Навальному в Кирове имела место, да, там, mm. может быть, опять же, вот у этого вот десятка людей, которых там привлекли к ответственности, и которые, в принципе, там были организаторами этого мероприятия, но все-таки предположу, что основная масса тех, кто пришел на эти шествия, это были люди, которые либо А, как все-таки предполагая, основная масса это была там тусовочная просто, да, и, б, это люди, которые, собственно, пришли высказать свое фи власти. Там Навальный, тем более в Кирове, как бы, даже там, ну, сейчас уже практически никто и не вспоминает его там историю в Кирове, да, там, ну, для нас он человек посторонний. Поэтому там его судьба, она как бы интересует мало кого. Ну, опять же, с точки зрения там что-либо почитать э, антипропагандистское, да, там, или посмотреть, там, это, это прикольно. Но сказать, что там кто-то вышел, поддерживать его, там, сильно я в этом сомневаюсь. А вот эти вот настроения все-таки протестные, да, они как-то отношения людей меняют выбором, не знаю, ждать ли нам повышения явки, не знаю, как какого-то отношение другого к политике. Ну, опять же, мы пока еще не увидели работу там технологов от власти, которые будут работать на этих выборах, да, потому что как бы мы понимаем, что эти выборы, если э, технологии будут работать так же, как это было раньше, там работы, там через додавливание, работы там через административные ресурсы и так далее, ну вот тут они могут получить очень серьезный там щелчок по носу. То есть им необходимо искать какие-то новые пути. Тема с там Навального предательства, да, там она, ну опять же, точно не прокатывает для большинства России. Это может быть там где-то в Москве еще, может где-то что-то как-то, а в провинции это, это, эта тема точно не прокатит. Если же там работа будет проходить в том же режиме, ну я предполагаю, что, во-первых, явка будет еще ниже, вот, ну там какие будут результаты. Фактически какие будут представлены там, две большие разницы, но предполагаю, что даже в этих условиях ну, результаты у партии власти должны быть ниже, и в качестве там, объяснения причин будут в том числе вспоминать эти протестные медиаки. Поэтому, как бы, может быть, все это сделано именно потому, что там, все понимают, что рейтинг партии власти и лидеров он сейчас падает, падает, и нужно как-то это будет потом оправдывать. А явка ниже почему? Ну, то есть, что мы готовы идти на улицу, но не готовы идти, высказать свое мнение другим способом. А как бы сейчас у нас выборы это все больше напоминают такой перформанс, где ты должен просто прийти и сказать да. То есть протест против самих выборов? Наверное. Да, в том числе. Потому что выборов, от выборов практически ничего не осталось. Кроме да, то есть. И поэтому как бы все больше и больше людей будут разочаровываться. Я думаю, что тема там с дворцами она ну, будет педалироваться и дальше, да, будет использоваться и дальше. И как бы и в головах людей-то она все равно уже, уже закрепилась, и она будет там уси лишь усиливаться. Поэтому я предполагаю, что явка будет еще ниже, если, опять же, не поменяются технологии избирательной кампании, которые будет проводить там, партия власти. Я хотела совсем немножко о митингах, назвав их ушедшей темой, но вот мы 10 минут проговорили почти. Вообще, на самом деле, у нас сегодня темы прекрасные. Вдруг появилась официальная возможность поговорить о котиках и о выпивке в особом мнении. Котиков люблю, выпивку Отношусь спокойно, хотя не пью. Еще можно деньги чужие посчитать, тоже ну, это, некоторые это, любят. Это давайте, давайте с этого и начнем. Мы с вами уже обсуждали инициативу оппозиции о сокращении платных должностей mm -hmm. в УЗС. Вы тогда сказали уже был законопроект. Предлагалось оставить только три оплачиваемые должности спикер и два вице-спикера. С ним не сложилось. Вот я помню, что вы тогда сказали, что это очень странный э, законопроект да, для самой что, же оппозиции. Да, оппозиция теряла бы э, возможность участвовать, э, быть на виду и участвовать в э, управлении в, в законодательным. Ну вот снова появляется законопроект. Теперь в нем четыре оплачиваемые должности предлагается оставить. Э, если оппозиции это невыгодно и это очевидно, зачем такое рвение? ну это же как бы я думаю что э, эта ситуация она трактуется очень просто да то есть сейчас пока нет э, нового состава и нет нового расклада э, в принципе как бы не важно сколько там оплачиваемых должностей кто и что и как то есть это уже вопрос будет потом обсуждаться в том числе там партии или фракции будут договариваться друг с другом кто что и и пойдет обратный процесс но сейчас же это опять же выгодная Тема для избирательной кампании: да, что давайте мы будем сокращать. У нас уровень жизни плохой, поэтому давайте будем сокращать. Поэтому... То есть законопроект не для того, чтобы сократить, а для да. того, чтобы он был. Да, для того, чтобы как бы его можно было как, написать на транспаранте вот или в листовке. Дмитрий Сергеев у нас был депутат УЗС, как раз от Единой России. Вот он об этом же сказал, он говорит. Мы заканчиваем. Скоро новый созыв. Зачем нам решать за них, кому платить? Ну, такие же, точно такие же разговоры. И точно так же, в принципе, это было и в наших созывах. Да? Потому что когда там, вставали тоже вопросы относительно оплачиваемости замов, председателей комитетов, если мне не изменяет память. Тоже там Единая Россия пыталась эту тему поднять еще тогда мы тоже говорили, ребята, так у нас как бы полномочия сейчас уже заканчиваются. Давайте мы с вами не будем сейчас этим заниматься, а оставим это следующему созыву. Вот как, она, как они решат, так, так пусть и будет. Вот. Мы-то почему с вами там решаем, как им работать? Они будут работать, пусть они, как им будет удобнее. Потому что это все будет зависеть от расклада, это будет зависеть от конкретных людей, которые приходят, ну, там, овощи тоже особо не нужны да то есть там не на уровне заместителя там ни на уровне председателя ни на уровне там ни на каком и поэтому как бы э, там, потом придется там решать вопрос относительно того что заполнять эти ставки да там а на моей памяти э, там, в нашем созыве по моему тоже не удавалось целиком заполнить в этом созыве тоже по моему целиком ставки не были заполнены да. Поэтому там, эти вопросы нужно оставлять. И я понимаю, еще раз говорю, там, кроме как такого публичного оппозиционного заявления, что давайте экономить, там, ну, никакой логики в этом в принципе нет. Востреб... Да и... Востребованности тоже в этом решении нет ни у кого. И сильно не сэкономить. Так и сильно не сэкономить. Ну, как сильно не сэкономить? Сильно можно и сэкономить, если учитывать, что, предположим, зарплата там, заместителя, предположим, э -э председателя законодательного собрания там, в пределах 100 тысяч, там, конечно, в год этот, грубо говоря, это там, полтора миллиона с налогами там, и так далее, можно за это сэкономить. Вопрос в том, что в, в рамках бюджета спасет ли эти, эти деньги, спасут ли, ну, опять же, не с точки зрения того, что эти деньги нужны, да, они нужны, но что-то мне подсказывает, что как бы их найдут куда применить, не с точки зрения там, реализации госпрограммы а с точки зрения, опять же, каких-то внутренних процессов. А это, поэтому, как бы, экономия, да, она есть, но видимых результатов эта экономия точно не даст. Ну, вот кто-то все-таки хочет сэкономить, да, полтора миллиона, кто-то... Ну, пож... это же красиво, заявить о том, что давайте мы... Вот сейчас там э, у нас там, грубо говоря, председатель, четыре зама, там, и Восемь председателей комитетов, да, там, а давайте мы сделаем одного председателя и двух замов, мы же сэкономим там порядка 10-15 миллионов. Красиво, но только вопрос в том, что когда потом придут другие, встанет вопрос о том, что надо как бы работать. И, и будут обратные процессы, будут приниматься там законопроекты по тому, чтобы там включить в состав таких-то, таких-то, такие-то, такие-то должности. А потратить 2 миллиона на покупку машины с автоматической коробкой передач из местного бюджета, я сейчас Азата Первомайский, это красиво или нет? Ну, давайте говорить честно, 2 миллиона, эта машина точно назвать ее там сильно представительского класса это не получается. Ну, это там хорошая современная там седан с нормальными опциями, но это чуть... Hyundai, это Sun, я вот очень боюсь неправильно назвать. Чуть, чуть там, полулюкс, ну, не люксовый даже вариант, полулюкс за 2 миллиона. Но, собственно, там, хотим мы или не хотим, этот процесс должен быть. Обновление автопарка, там, и содержание. Раз мы не идем, там, по пути, как это было, там, в Якутии, когда мэр Сардана, там, действительно ликвидировала автохозяйство и пересадило всех чиновников на такси. Но Пересадить это... чиновников на машины попроще, или взятый первомайский только вот на кроссоверах, наверное, да, Нет. не проехать на чем-то попроще? Нет, там, кстати, ну там, там участок остался небольшой, который плохой, вот. Машины попроще, они в конечном итоге-то могут еще и в обслуживании дороже обойтись. Это что же надо понимать, да, то есть? Поэтому там, я считаю, что если там, они покупают машину за 2 миллиона, которую им отслужит лет 5-7-10, это в принципе ничего страшного в этом нет. Если эти машины там, менять каждый год, тогда да. А там, если на длительный период, потому что я вот знаю, что многие главы, там, некоторые, вот, смотрю, у правительства, -то, так, некоторые ездят на тех машинах, которые еще, там, я помню, да, там, они даже не все еще куплены были в период, когда мы с ними активно общались. Некоторые еще раньше были куплены. Так они до сих пор на них ездят. Ну, все равно автопарк на там, менять и содержать. Дело не... Тут уже не в понтахе, не в престиже. Там, дело в потребности, которая есть. Да, кроссовер, он как бы он более комфортабельный, более там, проходимый. С учетом того, что это все-таки 100 километров, там, ну, как бы... Наверное, понятия комфорт должны присутствовать поэтому а 2 миллиона это там не шибко большая сумма То вот нас... смотря для чего мне кажется для районного бюджета для местного бюджета это деньги не очень маленькие. Но у нас тут вот бизнес новости наши коллеги посчитали что на эти деньги можно купить 180 контейнеров для мусора или поставить 330 дорожных знаков но я честно говоря мне кажется конечно в районах есть более насущные проблемы на которые денег не хватает. Ну, вашу точку зрения я услышала а вообще вот во время вашей депутатской деятельности как-то занимались вот этим регулированием вот этого обновления автопарка. Не часто ли это происходит? Можно ли вот где-то что-то сократить? Ну, когда мы были, точнее, когда я там был, да, там ЗАГС собрание за это время купила, купила этот. Ford Кугу, да, то есть это тоже как бы кроссовер, и как бы честно могу сказать, это вот кроссовер тоже такого эконом-класса, да, то есть мы много плевались, много ругались, но вот как бы всех денег, которые была возможность приобрести, э, точнее, сколько денег можно было выделить, вот его хватало даже, может быть, на более лучшую машину, но купили Кугу. Там. Но это о ЗАГС-собрании вы говорите, а вот о машинах, которые покупают для ну, а давайте тоже посмотрим, что собственно в последнее время было э, куплено правительством, да, то есть были куплены кадиаки. Это у нас, э, сейчас боюсь, марку спутать, Шкоды, Шкоды кадиаки, да, то есть. Э, если посмотреть э, на комплектации, ну вот, там, я сидел в, не, в нескольких из них, э, когда они там только пришли в гараж, мне удалось по -по -по походить, потрогать, понюхать. Э, это тоже, как бы, достаточно простые машины, да, то есть это не машины VIP-класса, не, не очень мощные, большинство из них в достаточно, ну, если не в базовой, то достаточно простой комплектации, да, то есть как бы здесь не сказать, что там наш автопарк или наши чиновники уж там чересчур себя там любят и балуют, да, то есть они, к сожалению, для себя, наверное, да, тоже вынуждены экономить, и поэтому идут то, что ездят у нас многие машины, там, которым уже там, под десяток лет, это тоже факт. То есть многие Тойоты, вот, которые еще были куплены там, 10 лет назад, даже, там, предположим, так Тойота, на которой я ездил, да, там, ей уже ну, где-то, наверное, около 15. Она и то в строю. Да, то есть, ну, там, там японская сборка, там действительно хорошая машина, вот, и она до сих пор в строю. Там, сколько она там сейчас может стоить новая Тойота, там, ну, где-то, наверное, порядка 3,5-4. А, вот машина там, отрабатывает свои 10-15 лет. Я считаю, что это как бы вполне оправдано. По поводу сокращения. Ну проблема была в другом, когда мы работали. Проблема была в том, что реально не хватало денег на ремонт и содержание этих машин. То есть реально действительно не было деньги, денег на, зап на запчасти. И многие машины ездили уж там что греха то и там недочиненными. Вот. Все, то есть как бы говорить о том, что там какие-то большие деньги тратить. Но ну, у нас с вами два последних губернатора со своими машинами приходят, да? Поэтому тоже, наверное, не нет это самое нет хорошей жизни. Понятно, что а, есть машины виповские, да, то есть это там микроавтобусы, которые как бы служат когда к нам федеральные лица, а те микроавтобусы, на которых, которые используются для интересов правительства, это тоже как бы уже давно не виповский транспорт. Да? То есть это уже нормальная там э, Hyundai или там Toyota, которым уже там лет под 10. И в принципе они как бы возят наших людей. Поэтому я считаю, что ну вот в Кировской области тут как бы решить на наших чиновников, точно не приходится. Ну, мы, пусть, мы не ну, шикуем. Пусть катаются. Давайте наши с вами еще деньги Пусть пущут. Стоп, не пусть катаются. Пусть а, выполняют свою работу качественно, да там, имея для этого в том числе транспортные возможности, потому что, ну там съездить вятские поляны или съездить в лузу в пинюк или там да, в тоже Афанасию, поверьте, там не на каждой машине. Вот я там по себе, ну там понятно, что у меня там, и комплекция. Несколько побольше будет. Не на каждой машине ты доедешь туда вот так вот, чтобы это самое самочувствие было хорошо. А ты же приезжаешь, ты потом же работать. Работать ну. надо еще и обратно ехать. Поэтому там пусть работают лучше от того, что у них обновляется автопарк. Четыре минуты до рекламы. У нас давайте еще наши с вами деньги посчитаем. У вас мусор вовремя из двора вывозили? Ой, это вот как бы это, это вообще тема. Конечно, в четыре минуты ее уложить. Uh, у меня за январь вывезли три раза. Я три дня искал форму заявления. Вот об этом я вас и хочу спросить. И послал да. заявление на электронную почту. Uh, понятно, что мне не, до сих пор еще никто пока не ответил. Но счет мне пришел в полном объеме. За вывоз мусора. Я надеюсь, что мне в феврале сделают перерасчет. Потому что если не сделают, ну, у меня остается только один путь. Это как бы обращаться там в прокуратуру. И вы будете это делать? Я хотел бы попробовать Дойти, потому что, честно говоря, там такого ужаса, там, я не помню. Но справедливости ради там, начиная с февраля, я отмечаю, что машина приезжает примерно раз в два дня, и мусор. Ну, выводит. то есть у вас стало лучше, да? Не, стало лучше не везде. Ну, вот, во-первых, хочу сказать, что вы стали, видимо, одним из тысячи, всего из тысячи человек, кто написал заявление для пятисоттысячного города, это ну. Кажется, маловато. Куприт ну, на это, видимо, и рассчитывал, да? Да, да, да. Ну, у нас как бы все эти вещи, они рассчитаны на тех, кто как бы достаточно упертый. Потому что когда вот там в прошлом году, если мне не изменяет память, да, там неверно начали рассчитывать там свет и воду, да, там мы помним, какие были очереди в расчетном центре вот здесь, да, на театральной площади. И при всем при этом мы понимаем, что пришли-то далеко не все. И кто-то, значит, просто молчаливо платит это все. А вот как бы там побороться за, за свои права, да, там, ну, к сожалению, да, коммунальщики пока что работают, точнее, не коммунальщики, а ресурсные службы, такие, знаете, на шару, да. То есть тот, кто внимательный, тот, как бы, тому, -то, может быть, пересчитаем. А те, кто невнимательный, ну, значит, заплатят. Автоматического перерасчета ждать да. не стоит, да, видимо? Ну, это, хотя, там, на мой взгляд, это, конечно, абсурдная ситуация, потому что если бы там речь шла только о моем доме, что мусор не вывозили, да, там, а тут весь город, и Куприт признает, и администрация признает, и не делать автоматический перерасчет. Я не знаю, куда смотрит ФАС, куда смотрит там РСТ, куда смотрит все остальные, там прокуратура лишь ай яй, -яй говорит, вместо того, чтобы сказать, там, сделать всем перерасчет. Ну, может быть, ждут, что сейчас платежки всем придут, а потом уже как бы реагировать, что ребята, почему вы выставляете полные счета, если вы услугу не оказываете. То есть дождаться мы можем, если какие-то контролирующие органы за это серьезно возьмутся? Ну, а, а можем и не а дождаться. А пока что с фотоаппаратом ходить каждый раз выкидывать мусор, да, и фотографировать, <къех> вывезли или нет, и сколько дней? Да. пока остается так? Вы представили вот эти вот все доказательства нет, тоже? Нет. нет, просто заявление. Ну, если, как говорится, понадобится, я более чем уверен, что я найду достаточное количество жителей нашего дома. У нас 10-подъездный, 9 дом, поэтому как бы количество свидетелей я найду достаточно для того, чтобы подтвердить. На рекламу уходим. Куда? Реклама. Ищите подарочек, фото-сувенир. Фотография и... «Особое мнение» на 101FM. Да, продолжается программа «Особое мнение». Сегодня веду ее я, Мария Кожевникова, а напротив меня э, вице-спикер ОЗС пятого созыва Михаил Курашин. Э, обещала поговорить о выпивке и о котиках. Ну, переходим, что ж, переходим к приятному. <связь> начнем. Э, инициатива об увеличении времени продажи алкоголя. Вместо 10 утра предлагают продавать... С восьми один из авторов Юрий Терешков, руководитель Уржумского спиртоводочного завода. Тут сразу бросается в глаза забота о людях. Вам тоже? Нет, ну тут на самом деле ведь вопрос э, не столько касающийся людей, сколько вопрос, касающийся э, бизнеса. Потому что э, там ну, люди уже все, на мой взгляд, привыкли к этому времени с десяти часов. И самое худшее, это когда, вот, вот это примерно продолжая тему про э, структуру законодательного собрания, когда правила меняются там каждые полгода, каждый год. Вот э, на мой взгляд, э, предложение э, там, продавать с восьми, это откат, опять же, разрушение уже э, формирующихся традиций и откат э, там, к тому периоду, когда э, магазин там, с открытием мог уже торговать. Предположить, что это даст больше выручки, больше реализации, ну, честно говоря, я не особо верю в это. Да, потому что, еще раз говорю, люди уже сформировали определенный подход к тому, как там, приобретать алкоголь. На кого это рассчитано, тоже я не совсем понимаю, да? Ну вот вы говорите о заботе о бизнесе. Действительно, теперь все магазины в рост пойдут, да? Да с чего пойдут-то? Ну, как бы если мы хотим, чтобы школьник перед уроками зашел в магазин и купил себе бутылочку пивка, или алкогольного. Это для РКН. Вот, Или же там, не знаю, бутылочку там водочки для одноклассников, ну, там, я не понимаю, кто там, будет потребителем с 8 утра. И я помню, что когда обсуждали эту тему, введение ограничений с 10 утра, да, там, ну, не было и со стороны там, э, Решкова, и со стороны других депутатов, там, в том числе заинтересованных, там, и Олег Березин был, э, разговоров о том, что вот, вот есть уж такая жесткая потребность к тому, чтобы там именно с 8 продавать да? то есть в целом говорили о том, что сокращение времени может привести к падению продаж. Но на мой взгляд это же просто напросто перестройка мышления да? то есть если там действительно там может быть там первый месяц два люди сталкивались с проблемой что вот там, да надо же что-то купить и уже не продают, Дальше-то люди уже просто перестроились. Вот там как Нашли магазинчики, где можно это сделать. Либо, ну я-то предполагаю, что начали заранее это все приобретать, да. То есть, знаете, это вот как э, все время там разговоры шли о том, что там введены эти запреты по выпускным, то, в день выпускного, -то, да, там. И все же в один голос, и в том числе и там, преподавательское сообщество, и родители. Все говорят, да что слушайте, ну раз дети знают, что там введен запрет на 25 мая, да, ну, они же заранее все это покупают. И это так и есть. То же самое, и все остальное население. Они просто заранее, там кому надо, заранее покупают. А то, что там кто-то есть, кому-то надо в 8 утра купить алкоголь, ну, это, во-первых, единицы. Во-вторых, основная масса это, наверное, все-таки люди такого полумаргинального плана, которые все равно знают, где им продадут. Ну вот еще один из аргументов это сокращение рынка контрафактного алкоголя. То есть вот если тот маргинальный тип, как вы говорите, он все-таки купит в магазине, а не пойдет куда-то. Слушайте, ну там как бы для того, чтобы начать работать по легализации там, этого рынка, надо, чтобы для начала там, наши правоохранительные органы Начали все-таки реально бороться и закрывать те точки, которые они выявляют по продаже алкоголя. Неважно, легального, нелегального, да, там вот этих вот ларьков, которые там э, в нарушении сроков и порядка там, продажи продают этот товар. Вот у меня у дома есть ларек, о нем уже, там, я не знаю, там, если не каждый месяц, то там, раз в квартал точно пишут. Там, и участковым, и правоохранительному, о том, что закройте этот ларек. Ну, потому что. Весь микрорайон знает, что туда там, там продают. У меня и в моем доме, и о, в соседнем, вот. и тоже все. Все все знают. знают, все все знают, да, там. Но как бы никто не стремится там, искоренить, никто Почему? не стремится. Ну, не хочется думать о уж совсем плохом, что там кто-то доле, да, там хочется думать, что это несовершенство законодательства. Поэтому как бы. Если бы вот эта работа началась, на мой взгляд, и рынок контрафактный бы начал бы потихонечку вымирать. А раз эта работа не ведется, то там точно продление времени для официальных магазинов, да, там, ну, точно не средство борьбы. Ну, еще один из аргументов это наполнение бюджета. Говорят, вот продлим, и 100 миллионов за год в бюджет сразу прибежит. Но тоже понимаю, что нет. абсолютно абсолютно с этим не, согласен. И уже вот этот аргумент, он там не раз и не два использовался, там, в том числе там Жумским спиртоводочным заводом, что чем больше вы нам дадите свободы, тем больше мы денег там, в бюджет дадим. Ну, еще раз, люди уже привыкли. Тем, кому надо, они делают это заблаговременно. Специального дополнительного времени это лишь как бы ну, разрушение э, уже сложившейся там в головах у людей э, процедуры порядка алгоритма приобретения алкоголя. Все. То есть, поэтому говорить о том, что это появится какая-то дополнительная выручка, ну, если один человек в день э, на там, 10 магазинов э, раз в неделю Приобрел там бутылку вискаря, то точно это не 100 миллионов рублей в год. В общем, смысла этой инициативы вы не видите Абсолютно. вообще никакого Абсолютно. А чего-то подобного, но в другом виде. Еще Или раз, нас там уже федеральное я, я еще раз говорю: давайте мы сначала будем зачищать поле контрафакта и закрывать реальные все эти алкашки, да, то есть все эти разливайки и все, кто торгует из-под полы. А потом уже мы получим реальный рынок. Да, то есть э, реальное представление о том, что есть на рынке. И тогда уже нужно будет принимать решение о том, надо ли его регулировать или не надо. Осталось всего 5 минут, а у нас еще есть котики. Написали новые правила содержания домашних питомцев. Там много всего. Квота на число животных, кормить не меньше раза в день. Говорят, правила не новые, но новое то, что будут введены штрафы. И вот здесь, внимание, вопрос, да, то есть оштрафуют меня, скажут мне, что у меня лишняя кошка, а куда мне ее девать, неизвестно. И, опять же, это моя ответственность. Вот это зачем, во-первых? Во-вторых, время ли сейчас вообще для котиков? Знаете, это знаменитая фраза о том, что там бестолковость российских законов, да, там, компенсируется их тотальным неисполнением, да, я все время вспоминаю административные штрафы за открытую бутылку, да, помните? У нас был уже такой что сейчас в парках нельзя было там. он них до сих пор вопрос, есть вопрос, сколько человек оштрафовано и сколько денег в бюджет пришло. И следят ли теперь за этим, да? Я да. помню, первое это время следили. Да и вот как бы я, честно говоря, там мы как-то разговаривали с. Правоохранительные на одном из мероприятий где-то года через полтора-два после введения вот этого закона об открытой бутылке я говорю скажите сколько штрафов вы собрали они говорят ноль а, вспоминаем закон об ограничении курения на вокзалах там и так далее да там тоже вопрос сколько штрафов собрано ноль ну и вот как бы следующий вопрос да там с этими животными потому что как бы я понимаю что э, в случае если там вас раз два три оштрафовали в следующий этап вы просто выкидываете это животное на улице и говорите вот это и есть самое. это страшное. это это ваша там это уже не моя проблема это уже проблема города или да, это там. вот должно просто на сознание людей действовать вот по тем же опять по курению да на вокзалах но ведь подходили к людям говорили вот вы вы не Убеждали, курите да, здесь хорошо вот вопрос то в том что э, там закон вот он должен действовать сначала пропагандистский, да, то есть, а потом уже в случае если вот там не понимают принимать какие-то административные меры, а у нас же как бы вот эти придумывают, кричат и хвастаются о том, что там вот мы сейчас будем наказывать, а там рядовые ппсники-то, ну им зачем это вот все, вот там оформлять протоколы там и так далее на улице, там на улице под тридцатник мороза, да, там остановить там вас четырьмя собаками и там начинать описывать, что вот вы нарушаете такую-то норму и, и так далее. Да, там. Ну, в лучшем случае скажут, что девушка, вы там хоть собак-то по очереди выводите по две. Ну, говорят, по заявлениям будут ходить. То есть, если вот я на соседей нажала, вот. то к ним сходят. А относительно а, того, что они могут сделать, ну хорошо, вот у меня появилось, появились новые соседи, которые оставляют собаку дома в клетке и уходят на работу. И собака с 9 часов там до там, часов 4 лает и воет. Уже весь дом вешается. Уже несколько раз к ним приходили. И понятно, что речь идет о том, что вы либо научите собаку, там, дрессируйте ее, чтобы она спокойно себя вела, либо как-то решайте этот вопрос. Вот если, это не, э, но ничего не работает, да? Ну, если вот как бы э, вот в рамках этих норм да, там, вот будут решать вот такие ситуации, потому что соседи-то никак не реагируют на это все. Вот, там, ну, тогда, наверное, жильцы скажут спасибо. Ну, из всего из этого у нас время заканчивается. Нужны более толковые законы, которые понятно, как исполнять, и контроль вот, за их исполнением. Нужна поня понятность исполнения. Да, то есть, чтобы не... у нас, как говорится, введение штрафов это всегда ситуация, когда норма закона не действует. А значит, норма закона бестолковая. Заканчивается время, но у меня есть еще один вопрос. Ну, просто вчера Осипов сказал, что у нас беспрецедентно прекрасно прибираются в этом году в городе, убирают снег. Вот вы согласны с этим или нет? Две недели, две, две недели назад я действительно э, был счастлив, потому что были убраны все тротуары, были хорошо почи почищены дороги. Но прошло две недели, сегодня я этого не вижу, кроме центральных улиц. И это на самом деле удручает. Ну, вот... Печально, но на этом придется закончить. Спасибо, Михаил, вам за разговор. Вам спасибо, Допроводня. будьте здоровы. Доброго дня всем слушателям. Я сейчас с новостями в прямой эфир. Особое мнение на 101FM. В честь наступившего нового года.